Здравствуйте, дорогие друзья, с кем не знаком, меня зовут Олеся, я очень рада видеть вас на моем канале Love AliExpress. Сегодня поговорим о спортивной одежде с AliExpress. Видела я просьбу в комментариях о том, чтобы я сняла обзор на такую одежду. Сама я очень люблю заниматься спортом, к сожалению, времени не всегда на это хватает, но надеюсь, мои заказы подтолкнут меня к тому, чтобы я уделяла этому все-таки больше времени. Итак, очень надеюсь, что вам будет интересно, все ссылки вы найдете в описании. Давайте приступим. Первая вещь, о которой я хочу поговорить, это шорты. Они мне очень понравились по своей форме. Во-первых, они короткие, во-вторых, у них заниженная талия. Сверху широкая резинка. Расцветки самих шорт у продавца разнообразные. В размере я себе их заказывала в L, на свои бедра 90 и талию 72. Замечательно на меня сел этот размер. Ни меньше, ни больше не нужно. Были бы меньше, они бы уже как трусишки смотрелись, были бы больше, но тоже не то, потому что все-таки такая одежда, она должна к телу прилегать. Очень понравилось то, что они хорошо тянутся, материал очень эластичный. Также понравились вот эти два боковых кармана. Хорошо смотрятся. Здесь у них находятся все надписи по размеру, по фирме и о том, как их стирать. В общем, да, замечательная вещь. Они подходят для любых видов спорта, как для бега, для йоги, для занятий в спортзале. Будут очень кстати. Следующим моим заказом стали спортивные брюки вот такого типа. Мне очень понравилась именно эта расцветка. Материал у них также приятный и мега эластичный. Также очень эластичная резинка сверху. Размер это у меня M, дроп L. Они также прекрасно на меня сели и прекрасно подойдут на больший размер, потому что они очень сильно тянутся. Резинку я от своего живота, но очень много могу оттянуть. По длине также прекрасно, на более высокий рост, чем 162 сантиметра, они также подойдут. Понравилось также, что на самых концах штанин имеется такая же серенькая полосочка, как и сверху. Прострочка у них внутренняя. Здесь вот идет шов с внутренней стороны бедра и до низу. По бокам у них материал рифленый. В общем, покупка также удачная. Осталась ей также довольна. Обязательно буду носить. Следующие штанишки на переменку вот такого вида, также черные с серым рисунком. На свои параметры заказала в размере L дробь XL. Прекрасно они на меня сели, на мои бедра 90, на чуть большие бедра также хорошо сядут. Длина их также порадовала, они мне даже при сборе на щиколотках сидят. Шов у них аналогично находится по внутренней стороне бедра, но он внутренний, там шов был обработан сверху. Здесь ткань не имеет никаких рифлений, она абсолютно ровная. Они тоже мега эластичные, мега мягкие. Также могу их оттянуть на достаточно большое расстояние от талии. В общем, да, комфортная, удобная вещь, обязательно буду в них заниматься. Ну и последние два моих заказа. Две футболочки из все той же мега тянущейся ткани, состоящие из полиэстера, нейлона и спандекса. Синюю я заказала в размере L. Она мне подошла по размеру, но лучше она села на 48 размер. У меня мама сейчас как раз активно спортом начала заниматься. И когда я получила эти футболки, она сказала, что мне вот в спортзал бы такие бы футболки бы надо. И я говорю, ну надень на себя, посмотрим, подойдет, не подойдет. Прекрасно на ней сидит, все-все хорошо, все там, где нужно, все подтянуло, обтянуло и не жмет ничего. И с удовольствием я ей эти обе футболки подарю, пускай ходит, занимается. Так что эти футболки универсальные, на любой размер они садятся. Качество пошива хорошее, все швы хорошо обработаны, все ровненько. В нескольких цветах эта футболка у продавца имеется. Здесь также все описание. И на сайте у продавца также описание в переводе на русский с составом ткани, с тем, как ухаживать за тканью. В общем, да, мама очень рада осталась.
Ну и вторая футболочка в сером цвете. Она также в других цветах у продавца имеется. Я ее заказала в размере L также. Она моей маме замечательно подошла. К ней она и отправится. Материал такой же, мега эластичный. Здесь рукава уже регланом скроены. Там были вточные рукава. Эта футболочка подлиннее. Та покороче, ну вот ей та, которая покороче, больше понравилась по длине. Все хорошо, все отлично, качество покроя, качество пошива также замечательное. В общем, такая профессиональная спортивная одежда. Ни одной претензии ни к одному из сегодняшних заказов я не имею. Ну вот и все, мой сегодняшний обзор подошел к концу. Надеюсь, он был интересным и полезным для вас. Все ссылки вы найдете в описании под видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте и в других соцсетях, где меня найти вы также найдете в описании под видео. Также буду рада видеть вас в моей группе ВКонтакте. А сейчас прощаюсь с вами до следующего видео. Всем до скорых встреч!